Всем привет, с вами Тарко, и у меня для вас очень хорошая новость. Наконец-то свершилось то, чего мы так долго ждали. Сампер П открывают МТА сервер. Фотпикс. Что такое Фотпикс? По сути, это другой проект. Но если копнуть глубже, то основатели там примерно те же, что и на Сампер П. Хотя разработчики и команда — это совершенно другие люди. Открытие состоится 28 декабря в 6 часов вечера по МСК. Также в это время я запущу стрим и вместе с вами начну свой путь развития на МТА. Сразу же хочу успокоить самперов. Ребята, я никуда не ухожу с Революшена. Я так же, как и раньше, буду часто стримить. Более того, я серьезно займусь своим каналом и начну регулярно выпускать видосики по сампу. Просто на моем канале еще появится и МТА. Итак, что такое МТА? Многие из вас скажут, что это тот же самп. И я скажу вам честно, я раньше тоже так думал. Я вообще мало что знаю о МТА. Но когда я после регистрации на Фотпиксе столкнулся с созданием персонажа, я понял, что это небо и земля. Вы это видите? Вы можете полностью редактировать своего персонажа. Выбрать ему лицо, прическу, бороду. В конце концов, переодеть его, а не просто купить готовый скин, как в сампе. Согласитесь, это круто! Голосовой чат, новые какие-то профессии, новые фишки во фракциях. Этого всего тоже полно. У меня не было времени в этом всем разобраться, но это все тоже есть. И я, собственно, приглашаю вас всех разобраться в этом всем вместе со мной. Итак, если вас заинтересовало мое предложение, то прямо сейчас переходите по ссылке в описании на сайт Фотпикса и скачивайте GTA, устанавливайте, потом скачивайте MTA, устанавливайте в папку с GTA, скопируйте в описании под этим видео айпишник сервера, заходите в МТА, список серверов, избранные, и добавьте сервер. Доступным сервер станет 28 декабря в 6 часов вечера. В это же время я буду вас ждать на стриме. Далее проходите регистрацию, авторизуйтесь, и сразу же после авторизации укажите мой промокод хэштег Тарко. Благодаря ему вы будете получать бонусы, верты, в общем, все как и на Сампер П. Далее создавайте персонажа, меняйте ему внешность, меняйте прическу, переоденьте его, и когда он будет готов, обязательно нажмите «Пройти обучение». Конечно, не так я представлял свое будущее, но я жив, и это главное. Вы можете сказать, что в тюрьму просто так не сажают. Но, честно говоря, мне все равно на ваше мнение. А то, что будет в обучении дальше, увидите сами. Поверьте, это будет круто. Жду вас всех на стриме 28 декабря в 6 часов вечера по МСК. Фотпикс. Посмотрим, чего ты стоишь.